Йоу! Всем привет, братишки мои, сестренки мои, друзья мои, все остальные радостные на видео заходящие. С тобой, как всегда, я Утес Шуморо, и мы с тобой продолжаем наше выживание в Generation Zero. Значит, так, на прошлой серии я у тебя спрашивал, говорил точнее. Говорю, что мы пойдем по квестикам? Пойдем, мне сказали ребята, по квестикам, посмотрим, что и как, значит. Прибежали мы с тобой вот в такую церковь, да, патронов у нас не так много, значит, роботы везде хуёботы, просто заполонили всю ситуацию, значит, патронов нет практически вообще, почему-то на снайпу, подожди. Патронов нет на снайпу, значит, но нужно пробираться дальше и смотреть, как вообще игра развивается. По навыкам развития у нас вот так вот все вкачано. Значит, я у тебя хотел спросить на прошлой серии, что да как, но решил, значит, прокачать навык сам, который мне нужен. Так, противогаз, защитный... Кстати, противогаз мне, ребята, говорят, отец, надень противогаз, и у тебя будет все заебись. А, понятно, блядь, у тебя будет все заебись, конечно. А ты ничего не видишь в противогазе, значит, когда у тебя противогаз на лице. Его можно одевать, когда тебя, короче, в доме штырит робот. Да, поэтому мы с тобой вот так вот, оба защитные очки черные, и у нас с тобой в темных очках все заебись. Значит, так, пойдем сейчас, короче, по квестам. Не буду ничего здесь делать, снайпа не рабочая, нихуя у меня нет, короче. Я полностью в залупном положении, но, тем не менее, благодаря тебе, как говорится, мы справимся. Ты же меня поддерживаешь. Значит, так, нам нужно с тобой перейти обратно в мост, перейти вот сюда вот, дорога в Сальтман. Короче, хочу вот эту вот территорию сейчас зачистить, тем более много чего я не видел, многих рецептов не видел, значит. Будем ебенить всех роботов, которые будут попадаться нам по пути, только по одной простой причине. Потому что надо. Нам нужно с тобой достать большое количество патронов и получать удовольствие. Посмотрим, как развивается игра, значит, с моим развитием, да. То есть мы же с тобой особо-то не развивались в игре ни разу. Вот сейчас я хочу что-то поиграть и поразвиваться. Потому что, как бы, играть в одно и то же типа скама немножко подзаебывает. И хочется какого-то развития. А игра охуенная просто. Игра просто... Мне очень нравится то, как получается. Мне очень нравится то, как мы с тобой развиваемся. Мне очень нравится, какое ебенилово устраивают здесь роботы. Таких игр на самом деле мало. Ну и графически она очень приятная, поэтому можно наслаждаться. Так, значит, тут у нас на мосту баррикадина. Я помню, на мосту ходил хуй, когда мы с тобой через этот мост пересекали. Я хочу посмотреть, к чему нас квесты приведут. Приведут ли меня они к охуенным рецептам, да, чтобы мы с тобой могли что-то крафтить. Там у нас сигнал маяка, который нам не нужен. Я помню, здесь был робот. Уебот в огромном количестве, между прочим. Надо забрать все патроны, потому что хуй его знает. Что будет, если мы с тобой окажемся без патронов? Рюкзаки школьника все лутаем. Вот это все забираем. Наверху на вышке что-то есть, не? Ящик есть, притарчик. Так, здесь забрали, там забрали. Был робот здесь, патрулировал. Но видишь... А, вон он, хуй, смотри, блядь. Радостный нахуй, блядь. Смотри, ходит, блядь, говно вонючее, блядь. Ну что, будем ебать его сейчас, блядь? Так, знаешь, пока я присаживаюсь, они меня не видят. Я знаю, что я сделаю. Мы с тобой сделаем сейчас красиво все, братишка мой. Я сейчас покажу, что такое, как нужно робота. Я профессиональный ебенщик роботов. Значит, на самом деле у меня такой талант есть, но я тебе о нем не рассказывал, значит. Что мы делаем? Видишь, хуй меня не видит сейчас. Опа. Опа. Делаем вот так. Опа. А теперь, блядь. Смотри. Я сейчас грамотно все сделаю, смотри. Привет, я здесь! Ты лошара! На нахуй! Ты сюда нахуй! Давай. 3, 2. Блядь, ну беги! Ёбаный, я красиво хочу. Ну, ёбную. Да ты охуел, что ли, блядь? Ты умного не включай тут нахуй. Увидел, блядь, бочку. Умного не включай. 3, 2, 1. Не, нормально. Все получилось. Я уже хотел, блядь, орать на эту игру вонючую, блядь. Что это говно, нихера не проработанная и не продуманная залупа. Но нет, нормально. Это она от выстрела отскочила просто нахуй. Она отскочила от выстрела, ты понимаешь? Она, я не знаю, от выстрела она отскочила, либо от хуистрела, либо от чего-то еще. Но она отскочила. Блять. Вот этот баллон красивый, кстати говоря. Можно было его разъебенить. Просто там рюкзак школьника есть, который я, по-моему, лутал, не? Да, я лутал тот рюкзак школьника. Ладно, пошли. Искать рецепты, хуепты и так далее. Вот это да. Ну ты видел, да, как я по красоте? Я говорю, я профессиональный выживальщик на самом деле. То есть я ебенщик роботов. То есть ты вот говоришь, а я тебе говорю, я показываю, блядь. Просто вот, бам и все, ну, понимаешь, нет робота. Его хуебатский настрой, как бы, все, он все, он провал у них. Мне пизда. Сталь. Если любишь сталь. Так, мне бы, знаешь, что? Я мост пересек. Мост пересек. Нахую их всех вертел? Вертел. Что это означает?
Это означает, что наше время войны немножечко можно стопануть. И бежать, как говорится, по делам, да? Потому что нам нужно с тобой вот сюда. Блять, они перекрывают территорию. Сука! Нет. Успокоился? Кто бежит? Уёба бежит, смотри. Посмотреть бегут. Смотри, 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 уёбы. Ля, ты смотри, какие! Ля, меня здесь нет! Пошли, блядь, пошли, радостные. Хотели уже трахнуть меня, понимаешь? Сука. Слушай, ну, стелс здесь работает, да? То есть можно скрываться от роботов-хуёботов, и они тебя не будут трахать жестко прям. Сейчас посмотрим, что это за миссия, что она из себя представляет. У меня просто нет патронов на снайпу, я бы хотел со снайпой поиграть, но... На снайпу патронов нет, нужно их крафтить, по идее, но мне нужен рецепт. И здесь у меня патронов нет. Бля, у меня нихуя патронов нет, кроме ревика. Я нахапал только ревик, ребята. Патрики есть только на револьвер, к сожалению. Птички летают, песни поют. Тихо. Маленький, блядь, его так хочется пиздануть, не буду пока. Пока бежим на миссию. Пока бежим на миссию, у нас есть цель, задача. Пока будем стараться обходить и лутать то, что мы с тобой не лутали еще. Сука. Давай посмотрим, что у нас здесь. Что у нас внутри, как говорится, да? Вот этого автомобиля. Да. Роднуля. Роднуля забагована, что ли, блядь? Так, ну зато я могу тыкнуть рюкзак. И нахожу новые кроссы, блядь. Это заебись, конечно. Кстати, шмотки дают какие-то характеристики и навыки, насколько я знаю. То есть здесь можно скрафтить даже типа брони, да? А, то есть я что-то такое слышал или читал, что в игре можно заебинить себе броню, короче, роботизированную, да? То есть ты будешь быстрее бегать, ты будешь ловчее, умнее. И, в общем, охуенный воин на деревне, как говорится, да? Собака там. Сука. Палево. Вам пизда, слышите, нахуй? Со мной нельзя, блядь, так! Я предупреждал вас, блядь! Нихуя не понимаю! Нихуя себе маленький! Да ты красивый, блядь! Хорошо, что с них падают аптечки, ребята. Главное, чтобы они большим не позвонили, ебать. Нас убежают на райончики. Те сразу придут, блядь, вставлять мне пистон нахуй. Но благо противогазик у нас есть с тобой. Мы иметь в виду имеем. Так, это залупа какая-то непонятная. Этих я не убивал, лежит хуй. Лутаем, 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 это очень важно. Нам нужно как можно больше залупы найти. Открывайся, прошу тебя, пожалуйста, машинка, блядь. Открываем машинку, здесь сталь. Сталь мне нахую не нужна. Здесь мужик сидит, пабгер. Ехал, короче, куда-то в топ. Ему пришло пизда. Если у него друг, у него друзей нет, но у него есть рюкзак школьника, в котором лежит текстиль. Нахуя он увез с собой текстиль? Нихуя непонятно. Так, значит, здесь тоже все. Опа, нихуя себе. От говнища, блядь. Говнище, блядь. А что я там нашел сейчас, я не понял. Лазерный прицел с двукратным увеличением. В смысле, блядь? На чё лазерный прицел с двукратным увеличением, блядь? Не на вот эту ли залупу? Модули, прицелы, патроны. Подождите-ка, ребятушки. Вот это шок, что это? На близких и средних дистанциях. Универсальный. Но нахуя он мне нужен, блядь? А я могу его на снайпу просто въебать, мне вот интересно. То есть, как бы вот у меня есть снайпа, мне не устраивает то, что она у меня слишком... Эй, эй, эй. Какой выбросить предмет, блядь? Ты дурачок, нахуй.
искать. Взять все. Так, стопэ нахуй. Охотничья винтовка. Какой неудобный интерфейс. Я ебал в рот вообще просто этих разработчиков, которые такое придумывают. Нет, я не могу этот прицел, к сожалению, въебать сюда. Но я могу сменить, значит, смотри. Я могу что сделать? Я могу взять, например, в инвентаре зайти. Очень неудобный интерфейс. Просто в ротел уебенил. Вот, вот сюда вот я могу. Опа-на. У меня уже на прицеле песоска. Правильно? Правильно. А теперь я помещаю его в ячейку вместо дробовика. У меня дохуя патронов. В смысле, блядь? У меня ни одного патрона на автомат? Нахуя я воин залутал? Откуда у меня патрики появились на снайпу, блядь? Я сейчас залутал? Чё-то какой-то странный залупный воин, блядь. Какая-то у меня хуйня здесь происходит. Ладно, поехали дальше. Патрик я все выложил, походу, на автомат, потому что отмычка. Кстати, ни разу мы еще с тобой отмычками не пользовались в игре. Поэтому не знаю, для чего они здесь нужны. Рюкзаки школьника пролутываем. Мы с тобой еще ничего такого не отпирали. Бежим в Сальтаман, посмотрим, что там будет у нас. Ну, теперь я смогу хоть со снайпы поработать по кому-либо. Поменять патроны. Поменять патроны не могу. Сука, жаль. Ладно, с Ревика заебись. С Ревиком все хорошо. Единственное, что он шестизарядный. Не знаю, лутался ли я здесь. Тут-то нету нихуя, тут-то нету. Роботы разъебанные. Здесь какое-то переграждение. И мы с тобой сейчас находимся вот здесь, да? Нам нужно вот сюда. Сигнал тут не будем трахать. Так, робот. Хуёбот какой-то летает там. Фейерверк. Нахуя мне столько фейерверков? Их надо перерабатывать на самом деле. Вот это я искал. Там летает хуило, но мне не нужно. Бежим на миссию. Посмотрим, что там у нас будет. Бля, так-то интересно поизучать эту игру. Сука. Здесь кто-то мебель перевозил, смотри-ка. А запрыгнуть можем? Запрыгнуть можем, если постараться, да? Патрики, рюкзак школьника и еще одна, блядь, в стиле хип-хоп куртка. Ну-ка, а могу ли я переодеться? Дай-ка я переоденусь как-нибудь, блядь. Мне вот интересно. Я столько одежды нахожу, это просто пиздец. Допустим, я хочу куртку. Есть ли у нас какие-то... Вот, летная куртка, плюс 2 сопротивления ударом. Вот, пожалуйста, видишь? Плюс 1 сопротивление урону от пуль. Блять, одеваем вот это. Здесь у меня бомбер нахуй не... Вот эту вот куртка мне нужна. Латная куртка. Видишь, плюс 1 сопротивление к урону от взрыву. Ветровка черная. Давай к урону от взрыву поставим. Просто черную ветровку, например. То есть оно все работает на самом деле, видишь? Брючки. То есть у меня брючки говно. А есть к сопротивлению брючки, понимаешь? То есть, а я залупный воин, видишь, бегаю не в том, что нужно обувь. Вот я в вонючих, а есть повышение устойчивости, снижение шума есть обувь. Улучшение прыжков, блядь, есть обувь красные, понимаешь? Повышение устойчивости. А я ношу какое-то говнище, понимаешь? Я еще и не одет, получается, на шее у меня нихуя нет. Раскраска мне не нужна. Очки, сопротивление газу, пожалуйста. А, ну это противогаз, понятно. А, перчатки. К скорости перезарядки там что-нибудь есть? Одно кольцо серебряное, блядь. Ногти накрашены. Перчатки. Ничего перчатки абсолютно не дают нам. То есть вообще ничего. Рубашка у меня тоже говно. Есть сопротивление от взрывов, я ее не ношу, потому что уебок. Ну, то есть ты посмотри, да, что я вытворяю-то. Давай вот эту вот красную маечку наденем, футболку. То есть у меня до хера всего. А из шапок ничего нет нормального, да? Вот почему вот этот шлем ничего не защищает? Мне вот вопрос интересует. Это очень странно. Ну ладно, более-менее мы с тобой приоделись, да? То есть более-менее мы имеем в виду. Так, идем. Идем на миссию. Получается, я шмотки, которые лутал все это время, да, в игре. То есть, ну, как бы я хуйню всякую надевал. То есть, точнее, я их не надевал, которые лутал. А все предметы в снаряжении, они, соответственно, здесь рабочие получаются. Вот так вот бывает, блядь. Что-то как-то странно. Очень мало роботов здесь, в этом райончике. Может быть, то, что локация начальная? Надо искать разные вещи, на самом деле. Вон туда давай проследуем.
Бля, ну как меня наебали на базе ВВС, это был пиздец. Посмотрим, что здесь будет происходить. Так, значит, вот здесь уже кто-то есть. На этой территории я должен... Основное задание. Хозяева поля. Здесь у нас основное задание. Дорога в Сальтман. Что за хозяева поля? Мне здесь ебать кого-то нужно. Где? Сука. Да ты где прячешься-то нахуй? Баллон мне покажи. Что за задание хозяева поля и что я здесь должен найти? Так, подожди-ка. Журнал. Хозяева поля. Найдите информацию об эвакуации рядом со стадионом. Информацию об эвакуации я здесь какую-то должен найти. Оно как-то мне подсветится, не, блядь? Или я должен это все обыскать просто? Так, тихо. Где молодой человек? Да ебаный ты пиздец. У него явно все хорошо с броней. И со всем остальным. Найдите информацию. А где эта информация? Рядом со стадионом. Вот он, стадион. Есть мяч. Но мяч это нихуя не информация. Правильно? Правильно. Где-то здесь я должен это найти. Если квесты найди, принеси, то это хуево, понимаешь? То есть, ну, представляешь, мне сейчас нужно вот обыскивать всю эту хуй. Большой бежит! Большой хуй! Это машина! Это машина! Это машина! Это машина, долбоебина, блядь! Ты можешь, блядь, открыть, пожалуйста? Блядь! Чё смотришь, нахуй? Воюй! Да, вот она. Я нашел раз. Так. И вот здесь еще одна информация получается по квесту. Подсвечивается, слава богу. Бля, я так и не нашел патроны, но... И что я здесь должен сделать? Бля, ты посмотри-ка. А, во. Да, 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 да. Вот здесь информация по эвакуации, теперь мы идем вон туда. Мы закроем Веслом через 10, доложите обстановку. Им все равно всем пизда уже. Им всем пизда, ребята. Так, значит, теперь нам нужно найти деревню Сальтман и доберитесь до нее. Заебись. Дорога в Сальтман. Найдите деревню и доберитесь до нее. А, блядь, слушай, что-то в этом вопросе, в этом задании нет логики, блядь. Найдите сначала, а потом доберитесь до нее. Так если я ее найду, блядь, очевидно, что я уже до нее добрался. Или имелось в виду, найдите информацию о деревне, а потом доберитесь в нее. Так, здесь пиздарики всему. Бля, а где патроны-то на автомат? Должны же падать. Патриков на автик вообще нету. Очень странно, ботинки какие-то нашел. Найдите и следуйте с бомбоубежища. Так это уже было у нас, подожди. Дорога в Сальтман. Найдите и следуйте бомбоубежище Сальтман. Бомбоубежище... А, я помню, там маленькие уебы. Там по-любому должна быть какая-то схема, да? То есть мы с тобой находимся в Сальтмане. Бомбоубежище? Хуй его знает где вообще. А, вон оно, походу, да? То есть мы в Сальтмане. А, по-любому тут есть схема какая-то начальная, которая мне может пригодиться. Может быть, не начальная. Как я понимаю, схемы в бункерах, они могут быть разброшены вообще по всему миру, да, здесь? То есть давай зайдем в убежище, посмотрим, что это такое.
как много здесь залупы всякой валяется, блядь. Вещи какие-то, вещи. Почему так много? О, юбка, блядь. Это мне нравится. Это заебись. Это то, что мне нужно, нахуй. Одеть моего мальчишку в юбочку. Так. Восстановите подачу электричества. Поехали. Нихуя, у меня сразу Патриков появилось. Ай, маленький, блядь, больно! Хотел сказать я, но нет. Идем восстанавливать подачу. Это наша база. Типа. Надо здесь все хорошо осмотреть. Мне кажется, здесь должны быть схемы, которые мне нужны. Так, здесь нихуя. Восстановили подачу электричества. Толканы. Ничего. Здесь ничего. Теперь нам нужно найти убежище Ультиман и указание. А, вот. Забираем карту здесь. Ой, красная молния, блядь. Это была наклейка какая? Опа, нихуя здесь вообще, слышь, притаров-то. Бля, главное ничего не упустить. С моим тоннельным зрением, блядь. Шапка новая, заебись. Но схем я не вижу. Брюки, блядь, коричневые. Такие у меня уже были. Дохуя фейерверков. Так, здесь какие-то данные. Все, гражданская оборона. Список контактных лиц. Это заебись. Это то, что мне нужно было. Че, ни одной схемы нету, что ли, здесь? Не может быть. И у нас есть новое задание. Дорога в Сальтман. Подожди. Найдите дома жителей, ответственных за гражданскую оборону. Хорошо, это заебись. Но здесь что, реально нет ни одной схемы? Или я что-то выпускаю? Мне же нужно схемы собирать, блядь, чтобы крафтиться. Неужели нету ничего? Ладно, хорошо. Напиши мне, если вдруг тут есть схема, а я на самом деле проебланил ее. Возможно, она там жестко спрятана. Так, значит, давай обследуем домики. Просто интересно по сюжету, как вот игре уже как бы сколько там, годик, да? Или сколько больше, и два годика. Как бы они должны были здесь запилить дохуя всего, во. Сирена вторжения уже гудит. Читай сам. Я хочу полутаться, блядь. Роботов, кстати... Опа. Только сказал про роботов. Здесь летун, да? Потрошитель пипесочек. Эй. Блядь, ну неужели не пробивается? Блядь! Кликнуть. Мышка замедляется сильно при прицеливании. Сука. Но эти не трахают, они как бы так. Блять, да чё же она так замедляется при прицеливании, блять. Какой же ты ёбань! Спокойно, спокойно, это про меня, это про меня. Это про меня. Ну нормально, я их зачистил таким образом. Нихуя у меня чувак, блядь, от взрывов защиту надел, блядь, и теперь может думает взрывать нахуй все вокруг, что ли? Просто, блядь, как вскрыть автомобили? Вот так. Все элементарно просто. Так, давай посмотрим, что здесь. Здесь мы должны просто прийти на второй этаж, да? И тоже забрать залупу. Забираем залупу. Еще одно письмецо. И у нас должно быть еще одно письмецо. Пойдем искать сразу его. Интересно, что здесь за квесты, потому что. И куда это нас все приведет, залупа? Так, роботам здесь пизда. Ну, здесь, видишь, как бы они слабенькие. Это начальный уровень, начальная локация. То есть они даже особо
не трахают тебя. Ну, аптечек заставили сожрать, но это больше из-за того, что я попал по автомобилю. Точнее, взорвал автомобиль. Блять, я никого не вижу. Больших здесь точно нет, видишь, да? Эй, тихо. Это кто там? Кто-то меня услышал. Не знаю, большой или нет. Так, здесь на первом этаже. Прокачка идет. Бык А568 региона архипелага. Получает задание монстр остров. Что, блядь? Какой бык нахуй? Вот это бык? Это хуйня. Найдите район, где живет Кеннет. Нихуя! А когда у них стали машины взрываться так, блять, этого не было еще недавно? Они тут обновки ебенят, что ли? Найдите район, где живет. Поехали. Они обновки стали делать? Я не помню такого. Я помню, взрывал роботов, машинам было похуй. Ятманский 60. Регион архипелага достигает уровень 2. Якта... Какой Яктомасин, блядь? Что за регион? Какого уровня? Кто достигает? Это игрок какой-то где-то здесь что-то достигает, блядь, тоже. Кто кого достиг? Нихуя непонятно. Напиши мне, если знаешь, что это за залупы, что это за всплывающие окна. Яктомасин достигает уровня 2, регион хуион. Источник сигнала. Ладно, сходим еще сюда, сейчас посмотрим. Как я понимаю, потихоньку мы будем так продвигаться вглубь, и, блядь, я наконец-то найду какие-то схемы, которые смогу крафтить. Либо мне нужно бегать по миру и дохуя этих схем выискивать. Через воду я не пройду, да, просто так? Да, мне нужно будет огибать. Опа, нихуя! А чё это у нас здесь за движуха? Уйти в отрыв. Не знаю, в какой отрыв мы с тобой уходим. А вон ту хуйню я подорву. Тихо, спокойно. Маленькие. Здесь неудачно приземлился летчик. Так, что я могу с этой залупой делать? Есть залупа, правильно? Правильно. Что у нас имеется в наличии? Вот эта залупа есть. Опа. Так вот, хуяк. Отходим и черик-кукуя делаем, правильно? Правильно. А вот и дохуя опыта нам дают за эту залупу. За маяк. И мы забираем полевую радиостанцию. И все. Ну, то есть, таким образом, мне ребята, помню, писали, что отец, вот, чтобы прокачиваться, нужно пиздануть хуйню. Пизданешь хуйню, говорит, у тебя будет опыт. Ну, все, я понял. Но это, если ты хочешь быстро прокачаться, нужно ходить на такие штуки. Прокачиваться хочется, конечно, но не только этим заниматься, поэтому надо бежать дальше. Меня интересует, где найти охуенные Uber-девайсы, чтобы меня не трахали роботы, чтобы я начал насиловать больших роботов, понимаешь? Видимо, по сюжету нас с тобой должны как-то привести туда, где мы с тобой начнем находить всякие рецепты и так далее. Пока мы с тобой нашли только вот синие пушки, да, это 3 звездочки. Лучше ничего мы не нашли. Остановка, хуевка. Роботы просто так не обитают нигде.
Не хватает здесь ивентов резких каких-нибудь. То есть в этой игре, в таких играх нужно больше рандомных событий, которые бы... Ну вот я бегу, например, а тут прилетели, блядь, с неба какая-нибудь патруль, начинает меня трахать, ловить в сети там. Я не знаю, ну что-нибудь такое, ну что-нибудь интересное. А то я просто вот бегу по лесу, и никто меня не трахает. И я знаю, что никто меня не трахнет в этом лесу. Как бы, ну вот... В этой игре нужно что-то такое, мне кажется. Если у вас такие большие открытые пространства, нужно держать игрока, стараться в напряжении. Не всегда, но хотя бы иногда подъебывать, как говорится, да? То есть, как ты считаешь? Это что такое, нахуй? Как ты меня увидел? Я в стелсе. Так, ну это такое, все. Так, мне вот сюда вообще. Тихо. Лежит хуй. С какими-то документами. Меня сканируют. Лок. А если хуя отсканировать? Студент по обмену. Хозяева поля. Основное задание. Журнал. Исследуйте остров Сёдра на предмет других карт со штрих-кодом. А, вот теперь мне нужно найти карты со штрих-кодом, получается. Вы обнаружили записку. В ней говорится, что жители должны собраться для эвакуации на стадиончике. Возможно, на стадиончике удастся что-нибудь выяснить. Местонахождение региона архипелага. Мне нужно исследовать остров Сёдра Сальтмен на предмет других карт со штрих-кодом. Это нихуя себе, вот этот весь остров... Я должен исследовать на предмет карт со штрих-кодом, чтобы попасть в ебучий вонючий бункер, который находится здесь. Вот это вот голубые метки. Что это за голубые метки? Эти голубые метки наверху. Это студент по обмену и это доп. Задание. Все, я понял. А так я должен сейчас лазить по всему этому острову. Это кто там бегает нахуй такой большой, блядь? И искать вот эти записки со штрих-кодом, получается. Нихуя себе! Армада ебанько! Надо их вместе пиздить, если их так много. Что-то понабежали, ребята. Что-то озверели нахуй роботы. Что-то хуёботы озверели совсем. Нихуя себе маленький! Это финт такой у тебя? Молодец, красиво умеешь. Охуеть, давай, давай, разъебись нахуй еще со скалы. Меня дверь опять просканировала. Видишь, сканер на двери. Меня в этот бункер не пустит. Сука. Слишком много их здесь, ребята. Какая-то территория жесткая. Злоебенью пахнет. Блять. Ну, родной. Их очень много, блядь. Все? Роботы военные, блядь. Штрих-код? Штрих-код? Два из трех. И не пришлось нахуй искать! Нихуя гениально! Ты видел, да, как я нашел, бля? Я думал, хуй найду, бля. А я, видишь, какой быстрый у тебя. Ёбаный театр, блядь. Изи, блядь, изи. Так, пушка. Прицел. О, зелененький прицел. Но это все равно залупный. Мне бы синенький, фиолетовый. Здесь есть фиолетовенький, как я понимаю. Золотые.
кто-то за мной наблюдает там. Так, я могу сюда проникнуть, да? У меня есть штрих-коды, я утес Шимору. Давай. Контент снимаю, открывай. Ух ты ж нихуя. Опа. Ты чё нахуй? А здесь есть рабопсы? Какого хуя? Это ж бункер. Сука. И куча-куча контейнеров. Блядь, здесь что-то должно быть секретное, ребята. Здесь что-то должно быть интересное. Может быть, одежда какая-то, может быть, что-то мы с тобой, наверное, рецепт какой-нибудь, я не знаю. Что-то, что, блядь, может привлечь наше внимание. Ебать! Патрули! Ебать, здесь тьма! Это у нас с тобой плотная зачистка. Ну, они здесь несложные. Это начальный бункер, как бы. Ну, у меня и персонаж, как бы, начальный, не прокачанный особо. Но, тем не менее. Лесенка. Бля, что-то интересное наделали-то на самом деле. Подкатов в игре не хватает, вот что не хватает. Да ну нахуй. Нет питания. Нужно подать питание в дверь, видимо, да? Найдите район, где живет Кеннет, так и висит. Как я понимаю, этот бункер может стать нашим, да? Он громадный просто, это пиздец. Питание где подать-то, ребята? Я здесь питание могу подать, не? Поехали. Заебца. Заебца. Так, питание есть. Есть компьютер, на котором написано «Командо Омега». Сколько там? 128 мегабайт оперативки, ребята. Вот это я понимаю компьютер, блядь. А почему нам показывает наверх? Типа, мы с тобой запустили питание в бункере. И должны теперь выбраться с него? Заебись. Ух ты ж, блядь. А вот здесь притарчик. Почему-то нихуя в прицел не видно. Очень круто сделано эмбиент освещение. В игре вообще, в принципе. Движок у них вообще пиздатый. Графически, в графическом плане очень сексуально сделана игра. Очень красивенько. Бля, я не чувствую. Блять, что-то подвисло, что-то подгрузилось. Сейчас будет меня огромный робот трахать? Прямо в этом видео, блять. Так это мы просто на выход, получается, идем. Там еще сверху был вход какой-то. Подождите-ка. Тихо, маленький. А, это учетная запись. Здесь мы, типа, это точка сохранения, скорее всего, да? Но тогда должны быть верстаки. Так, вот этот вход нам нужен. Что-нибудь, где-нибудь есть, ребята? Штаны с защитой от взрывного урона. Это схема, видимо, да, мы нашли с тобой, или что? Схема была под рюкзаком. Подожди-ка. Брюки.
Это, видимо, схема как раз-таки. То, о чем я тебе и говорил. Да. Смотри. У нас есть схема. А, нихуя, блядь. У нас есть нихуя с тобой. Сука, у нас снова нихуя. А, вот. Подожди, нет. Это мы швейная мастерская. А где штаны-то были, которые вот от... Блядь. Какая мне юбка больше идет, интересно. Так, кожаные туфли красные, все. Да, ну, блядь, это была же схема вроде бы. Не может быть, чтобы это была не схема. У меня есть синий прицел. 4.8. Что, у меня есть синий прицел? Когда я успел найти синий прицел? Да, я нашел синий прицел. Он у меня и стоит же, да? Он же должен быть непокоцанный синий прицел. Да, вот он непокоцанный, охуенный синий. А это что такое? План. Ёбаный. Местонахождение регион. Вскоре после эвакуации. Ближайший зон. Вскоре после эвакуации гражданского населения из Сальтамана. Машины в архи... Другой замок. Основные поручения. Отследить зов О. Зов о помощи, другой зам. Нихуя, это наш, это, короче, наша база. И с ней мы должны действовать с тобой теперь. Это наш дом, видишь? Слушай, блядь, интересно сделали, блядь. Все, как считаешь? Посмотрим, что будет дальше. Кого кто будет ебать здесь? Роботы меня или я роботов? Говнопушка лежит. Но здесь лут такой слабенький пока. То есть нихуя нет. Значит так, братишки мои, сестренки. Я тебя спрашивал, хочешь ли ты посмотреть? Знаешь, как мы с тобой... Продолжаем выживание в Generation Zero, и ты знаешь, я кайфанул сегодня, потому что мы с тобой нашли бункер, продвинулись по сюжету, да? То есть мы роботов с тобой разных видели, но, блядь, хочется развития, и развитие пошло, как говорится. Значит, если ты хочешь еще Generation Zero, не забывай въебать лайк, значит, сегодня я неплохо так насладился игрой. На самом деле, мне понравилось то, что мы нашли такой огромный бункер, наверное, лучше стоило его бы пролутать. Если ты что-то знаешь, пиши. Все, значит, целую, люблю. Желаю тебе хорошего понедельника, вторника, как говорится. И счастья, здоровья. Пока-пока, с тобой был отец Шумор. Муа.